минут получается у Уилмота атакующих действий. Вот два мяча, они полностью Вадим Бокач, гол, хит-парад. Только я об этом сказал, что мало что получается, как Вадим Бокач ничего. Делает счет 3-4. Ну, Анатолий перекинул здесь голевую передачу. Я еще себе записал на счет, поэтому теперь у Анатолия 2+1 в этом матче. 54-й Денис Коваленко, главный тренер. Эмиль Джабаров, но он на трибунах, а это Юрий Крашенинников. Бильярдной точностью удара от Краша. И на второй минуте поединка Юрий Крашенинников. Изящным, эстетским образом открывает счет, выводя Криста. В единоборстве с Остапом Федоровым молчит. Удар головой! Здорово, как, а? Рафинья! Я не видел таких голов в исполнении Рафиньи головой. По-моему, на этом этапе Саратовском ни одного гола головой мы не видели, если я не ошибаюсь. Сборник его медиа. Садинья! Кристалл Сака. Вот оранжево-черные вдвоем все разыграли. Шишин и Садинья, как в лучшие годы. 12. Удар! Попал! Мухаммед Ахмадзаде! Первый иранец в российской премьер-лиге. Просто паутину там еще рикошетом от перекладины 1-0. Даже болельщики третьи, я говорю, сейчас похлопают и продолжают хлопать.